Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальня». Сейчас мы с вами свяжем шарф с капюшоном. Очень интересная конструкция. У нас идет шарф вокруг головы. Можно обмотать воротник пальто, куртки. И из шарфа выходит капюшон. Выходит он вертикально вверх. Благодаря этому у нас при переходе шарфа в капюшон не создается никаких мешков. Вы наверняка пытались палантином прикрыть голову. Видели, что вот здесь вот на этом как раз переходе образуется огромный мешок, который мешает, и который, благодаря которому у нас палантин с головы все время спадает. При таком варианте у нас ничего не спадает с головы, все очень хорошо держится. Шарф сам по себе, капюшон сам по себе. При этом это такая однородная конструкция, связанная. Одно из другого идет. Получается, что у нас швы, конечно, есть, но они минимальны. Конструкция получается не тяжелая и очень гармоничная. Затылок у нас оформлен цветочком. Никакой отделки по краям нет, но наш рисунок предполагает, видите, такой вот интересный край. Получается, что сам рисунок является самодостаточной отделкой. Как вязать рисунок, я сейчас покажу, но начинаем с того, что мы вяжем шарф. Шарф вы можете вязать любой толщины, у меня он такой не широкий, но, в общем-то, я бы рекомендовала сделать шарф пошире. Чем шире шарф, тем интереснее будет эффект. Так вот, начинаем с того, что вяжем шарф, как вязать такой узор, я вам сейчас покажу. Прежде чем я начну вязать шарф, я определяюсь, обязательно вяжу образец, определяюсь, на какой плотности я буду вязать. У меня вот эта пряжа отлично вяжет на плотности 7,5. Буду вязать я шарф не широкий, 30 см, не для того, чтобы замотать шею, этого вполне достаточно. И по моему рисунку это будет 60 петель. Рисунок я вам сейчас покажу, как мы будем вывязывать. И моя задача просто провязать длинный-длинный шарф. У меня он будет достаточно длинный, вы смотрите сами, какой длины нужен шарф для того, чтобы вам комфортно можно было обмотать шею. Итак, как вязать, я сейчас буду показывать. Наша задача, прежде всего, определиться с шириной, а длину вы будете смотреть, ну, в общем-то, на глаз, потому что шарф это шарф, тут особых мерок не надо. Мерки нужны будут тогда, когда мы с вами начнем вывязывать капюшон. Поэтому сейчас берем наш шарф, Поэтому сейчас берем машину и начинаем вязать. Набор 60 петель, причем 60 это примерно для того, чтобы раппорт сохранить. 3 петельки, 3 иглы работают, 1 в заднем положении, это край. Дальше 4 петли в работе, 1 в заднем положении, 4 в работе, 1 в заднем положении, 4 в работе, 1 в заднем положении. И, соответственно, 3 петли у меня остаются с края. То есть чуть-чуть не хватило до 60, но это и не важно, потому что мне нужно примерно. Главное, что 4, 1, 4, 1 и краевые по 3 петельки. Это рисунок. Можно делать по 3, 3, 1, 3, 1. Можно делать 5. Смотрите, пробуйте, потому что на разной пряже будет разный эффект. Разная пряжа, разная плотность, все смотрится по-разному. Если ниточка очень тоненькая, 4 петли может быть много, может быть и 3 можно. Если нитка толстая, то может быть и 5 будет хорошо. Все индивидуально и нужно смотреть. Я буду вязать ангоркой Ализе, ангора голд, бежевая. Поэтому вязание, как любая ангора, должно быть очень-очень свободно и рыхлое. Вот такие вот пряжи, они не выносят тугого вязания, она сразу потеряется. Теперь такой момент. Я буду делать стяжку по краям шарфика. Внизу будет с одной стороны стяжка и с другой. То есть я не буду делать широкие края. Поэтому мне нужны будут открытые петли, за которые я все это и стяну. Открытые петли для того, чтобы получить, я просто вот убираю назад. Потом главное не забыть, что именно я убрала, и поставить их на место. Убираем максимум петель, чтобы у меня как можно меньше петель оставалось здесь рабочих. Вот они на стяжку и пойдут. И вспомогательной ниткой. Начинаю со вспомогательной нити. Неважно, какая у вас машинка. Мы для того, чтобы получать открытые петли, начинаем со вспомогательных нитей. Делаю так, неудобно немножко стоять со стороны. Набираю обвивом. Мне так удобнее. Если у вас грузики, набрали обвивом или ленивый набор сделали,
когда через иглу идет набор. Навесили грузики сразу и начинаем вязать. Несколько рядочков вспомогательной ниткой провяжем. Причем плотность подходящая для этой вспомогательной ниточки. У меня плотность вязания и вспомогательной нити разная. На семерке вот этот акрил вспомогательный вяжется очень плохо. Так, и несколько рядов для того, чтобы были открытые петли. Раз, два, три, четыре. Оставляю хвостики с разных сторон. Вот этим хвостиком я начала, вот этим вот сейчас закончила. Для того, чтобы привязать катушечную нить. У меня катушка контрастная к основному вязанию. Обязательно. Ну, будет проще видеть петли. И провязываю один ряд катушечный. Обязательно. Хвостик катушечный оставляю подлиннее. Здесь вот. Иначе он любит убегать. Чтобы он никуда не делся, оставляю его подлиннее, провязываю один ряд. Отрезаю подлиннее хвостик. Теперь хвостик катушечной нити и хвостик вспомогательный связываю. Это нужно для того, чтобы у меня не распускался первый ряд. Вот эти петли сразу начнут расходиться и растягиваться. Это нехорошо. Вот для этого мне нужны длинные хвосты. Подвязала с этой стороны. Подвязываю с этой стороны. Я просто закрепляю вспомогательные нитки, которые потом будут оторваны, и в общем-то в вязании они принимать участие не будут в дальнейшей обработке изделия. А вот чтобы не мешать вязать, начать, вот эта вот операция очень нужна именно по подвязыванию ниточек. Берем пряжу, ставлю плотность. У меня рабочая будет 7,5. Я ставлю даже 8. Первый ряд провяжу, чтобы были большие-большие открытые петли. Оставляю хвостик, провязываю один ряд. Можно два ряда провязать. Для того, чтобы... Да, мне нравится, когда каретка с той стороны для рисунка. Потом переношу каретку и провязываю два ряда на вот таком количестве икл. Для того, чтобы у меня стяжка была как можно более узкая, не было мешка внизу. Два ряда провязываю. Раз, рабочая плотность. Второй ряд. Завязываю узелок, чтобы опять же все это не растягивалось. Теперь можно. И ставлю обратно в работу иголки. Была вот это 3, 1, 4, 1, 4, 1. Главное ничего не перепутать. Не поставить лишнего. 4, 1. 4, 1, 4, 1. 4, 1, 3. Вот. Поставили по рапорту. И... Все, теперь начинаю вывязывать рисунок. Чтобы не тянуть, можно начать вязать прямо сейчас. Все вот эти вот петелечки образуются и уйдут в ажур. И как вяжется рисунок? У меня игла в заднем нерабочем положении будет оставаться на протяжении всего вязания. Вот эти иглы я не трогаю никогда, пока вяжу вот этот шарфик. Переднее нерабочее положение я ставлю иголки вокруг. Сначала справа. То есть, извините, слева, конечно. Если нет такой линейки, у некоторых наборные линейки есть, очень удобно. Оптом вот так раз поставили все. Если нету такой, то можно и руками, в общем-то. Это не так много занимает силы, времени. Выставили. От иглы, стоящей в заднем нерабочем положении, левую иглу в переднее положение. Если у вас машина с рычагами, частичное вязание, отключайте. Отключайте, причем оба рычага, иначе вы запутаетесь, где левый, где правый, где ставить, где не ставить. Вы постоянно будете держать иглы или с одной стороны, или с другой. И рычаги вам будут портить жизнь. Поэтому отключайте рычаги частичного вязания, ставьте их на
единичку и вяжем руками, если у вас машинка не вяжет ажур сама. Минимум 4 ряда вот на таком положении игл. Можно 6, но это будет очень насыщенно, и при такой рыхлой плотности далеко не все машинки справляются с таким количеством накидов. Поэтому смотрите, 4 ряда в общем-то достаточно. И машинкам легко, и петли не слетают, и вам легко. Раз, два, три, четыре. Провязала 4 ряда. Меняю иголочки местами. Эту ставлю в рабочее положение. Заднее положение, как было, так и стоит. Вперед выставляю иглу справа. То есть левую в рабочее положение, правую в переднее. Левую в рабочее положение, правую в переднее. Рабочее в переднее. Рабочее в переднее. То есть я меняю местами иголочки вокруг нашей дорожки заднего положения. Главное, если машинка с ручной прокладкой, смотрите, чтобы не закрывались язычки. Поэтому 4 накида вполне достаточно. Во-первых, рисунок все равно будет рельефный и ажурный, такой как паутинка пойдет. И не сильно закрываются язычки, потому что если добавить еще 2 ряда, вот здесь будет огромный-огромный мешок из этих накидов, и получается, что язычки закрываются. У вас все время будут сбрасываться петли, это нехорошо. Поменяли иголки, проверили, что все язычки открыты. Это важно. Еще 4 ряда. Ой-ой. 3. 4. Вот уже видна небольшая паутинка. Вот отличные открытые петли, которые мы прекрасно стянем, когда будем делать оформление краев нашего изделия. Итак, что мы теперь ставим? Правую петельку в рабочее, левую в переднее. Правую в рабочее, левую в переднее. Правую в рабочее, левую в переднее. Меняем местами иголки. И у нас собирает накиды теперь игла с другой стороны от дорожки. Все, все петли встали, все иглы стоят там, где нужно, все язычки открыты. Провязываем еще 4 ряда. Никаких отделок края мы не делаем в этом шарфике. Вот здесь вот косички или что-то делать ничего не нужно. Вязание очень простое. Раз. И быстрое. Видите, я стою неудобно, поэтому у меня оно ведет себя как хочет. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Еще 4 ряда провязали. Вот явные ажуры, паутинка. Меняем местами. Это в рабочее положение иглу, это в переднее. В рабочее, в переднее. Видите, никакими рычагами вы тут ничего не поставите, потому что иглы все время стоят в переднем или в рабочем положении. Нет такого, чтобы мы провязывали и все вставало в работу, и все иглы работали. Поэтому рычаги в данном случае будут только мешать, они бесполезны. Отключили и вяжите руками. Все, вот таким вот нехитрым способом, переставляя местами иголки, мы вяжем свои 2 с чем-то там метром, кому сколько надо. В процессе вязания берете метровую ленту, мерите, хватает ли вам такой длины. Когда выясняем, что нам такой длины хватает, будем с вами вот точно таким же способом, как начинали, также и будем с вами заканчивать, чтобы у нас были как можно меньше петель по краю, чтобы была достаточно мягкая и такая хорошая стяжка. Не мешок огромный висел у нас по краям шарфика. А сейчас вяжем свои 2 метра, меняя местами иголки, правые и левые, по 4 ряда. Когда мы провязали достаточную длину,
Тут у меня достаточно большой длины этот шарф. Для того, чтобы сделать начало таким же, как было здесь, куда у нас очень такие рыхленькие петли, которые позволят нам хорошую такую стяжку сделать, мы должны уменьшить количество петель и верхней части. Для этого вот мы закончили последний ряд. Видите, тут накиды еще. Я убираю петли максимально для того, чтобы количество петель в стяжке было минимальным. Вот все, что могу убрать, просто убираю. Через одну не получается, потому что здесь четное количество. Убираю максимально. Чем меньше у меня петель в итоге остается в работе, тем легче я стяну вязание. Это касается не только этого шарфика, а вообще любого абсолютно изделия. Так, стянули. Теперь то, что у нас ушло назад, сзади остается, то, что у нас впереди осталось, ставим в рабочее положение. Провязываем один ряд на рабочей плотности. Все как внизу. Так, все. И ставлю плотность посвободнее еще для последнего ряда, который у меня будет изображать вот эту стяжку. То же самое, как внизу, повторили два ряда вот таких вот очень рыхлых и с минимальным количеством петель для стяжки. Теперь могу отрезать вязание, потому что сшивать я здесь ничего не буду. Могу не отрезать. Отрезать, потому что мне сейчас надо будет вот этот шарф выстирать. Выстирать, отпарить. Желательно все-таки постирать в теплой водичке, чтобы он уселся. Потому что мы будем вязать основу. Шарф не должен вообще никаких... Должен приобрести вот тот вид, который он будет у нас после того, как мы его будем стирать. Потому что он светлый, стирать мы его будем регулярно. Он должен приобрести вид готовый. Так, нас помогает на катушечную нитку контрастную. Один ряд. Она не очень хорошо идет. И на брусовую вспомогательную. Все то же самое повторяем, только в обратном порядке. Нормальная плотность для вспомогательной нити. Провязываем несколько рядочков. Если у нас вязание очень долго будет находиться на вспомогательной нитке, если мы будем с ним какие-то операции производить, в конце концов эту вспомогательную нитку можно даже закрыть. Потому что я сейчас буду этот шарф стирать, приводить его в вид такой. Для того, чтобы он был полноценный шарф. Поскольку теперь я в этот шарф буду стирать, он будет у меня долго достаточно находиться в работе, прежде чем я сделаю стяжку, я вспомогательную нитку просто закрою. Закрою удобным способом. Мне удобно косичкой. Вот свободненько закрываю, потому что все нитки скользкие, пока это все будет стираться, пока это все будет сушиться, есть такой шанс, что оставленные открытые петли могут распуститься. Конечно, можно было сделать проще, взять и продеть нитку через эти петли, и все, и проблема решена была бы. Но поскольку я буду продевать здесь кисти, и вспомогательная нитка мне все-таки понадобится. Мне нужны будут именно петли открытые, а не ниточка продетая через них. К тому же так проще этот шарф отпарить, когда он находится на вспомогательной нитке. Именно для того, чтобы она не потерялась, мы ее сейчас просто закрываем. И теперь мне вообще не страшно с этим шарфом делать все, что угодно. Я его сейчас буду стирать, сушить в лежачем положении. Только после этого мы сможем закончить отделку, когда этот шарф примет свою уже окончательную форму, размер свой.
Вот, закрываем. Обязательно привязываем катушечную ниточку. Вот здесь вот. Вот то же самое, как в начале, потому что вот эти петли, они очень могут разъехаться. Нитка легко у нас потеряется в процессе работы над шарфом. Поэтому привязываю вспомогательную и катушечную с одной стороны и с другой. Так, с другой нету вспомогательной. Ну, стоит вязание. Если нет вспомогательной ниточки, просто привяжите ее вот здесь. Хвоста не осталось, просто через петлю подвяжите так, чтобы так, образовали пару петель и вытянули нитку. Все, у нас ниточка уже никуда не денется. Снимаем, идем мерить, смотрим, насколько нам все это нравится. Если все нравится, все устраивает, стираем, сушим и после этого будем делать шарфик дальше. После того, как мы с вами связали шарф, наша задача определиться с размером капюшона. Проще всего это делать по уже связанному материалу. Так, берем, для того, чтобы определить количество вязания, смотрим, какой высоты не нужен капюшон. Я накидываю на голову и определяю, что шарф у меня идет от основания шеи, сколько мне нужно на вязание капюшона рядов, сантиметров. Ну, где-то вот так, то есть, чтобы шарф, капюшон спокойно, свободно лежал на голове, не приминал прическу, да и вообще не мешался. Где-то вот такой высоты мне нужен шарф. Вот. Закалываем булавочку. Это меточка одна, это количество, это мой капюшон, я его определяю таким путем, путем того, что я мерю на себе этот шарф. Ширина капюшона. В общем-то, шарф у меня, видите, он узковат. Я смотрю, что... это длинная, болтается. Мне нужно так, чтобы была свободная челка. Вот здесь вот, чтобы у меня все это спокойно сходилось и была стяжка. Ну, немножко пошире, чем этот шарф мне нужен капюшон. То есть я буду вязать его на пару раппортов пошире. В общем-то, повторю то же самое, на пару раппортов побольше. И... ширина начальная. Ну, в принципе, начальную ширину я могу сделать и потом. Определять это буду, когда надену шарф. И смотрю, какой ширины у меня должна быть стяжка по шее. Вот если у меня шарф завязан на шее, где-то вот тут должен мой капюшон заканчиваться. Он вот так пойдет, здесь будет заканчиваться. Ой. Это вот такая вот такое расстояние. Сейчас измеряю на линейкой. Это 35 сантиметров. Вот беру линейку и измеряю. 35 сантиметров — это у меня основание шарфа, когда я буду делать присборку для того, чтобы соединить шарф с капюшоном. Итак, определили мерки, берем машинку и просто вяжем капюшон. Вот мой шарф. Метровую ленту беру и измеряю от начала до метки. У меня 72 сантиметра. Значит, я должна связать 72 сантиметра такого же шарфика, только, как я уже определилась, на 2 раппорта пошире. У меня все мерки есть, все у меня записано. Сейчас я буду смотреть, сколько я должна провязать. Думаю, что тут проблем никаких нет. Если у вас сбился счетчик или какие-то еще неприятности были, считайте по раппортам. Здесь по узелкам все прекрасно видно. Каждый раппорт у нас с вами был 4 ряда. Получается, каждый узелок — это 4 ряда. Можно легко посчитать, сколько мы должны с вами провязать. Итак, берем нашу машинку и начинаем вязать. Так, я взяла готовый шарф, посчитала, сколько у меня раппортиков идет от метки на мои 72 сантиметра. Просто по каждому узелочку. 1, 2, 3, 4, 5. То есть я посчитала каждый узелок. Считаются узелки по диагональке. Вспомним, что каждый узелок — это 4 ряда. Поэтому у меня получилось 80 узелков. 80 раппортов умножаем на 4 ряда. Равно 84.
32, 320 рядов я должна провязать шарфик капюшона. Теперь вспоминаем, что здесь у меня 60 рядов было по задумке по шарфику. И мне не хватило буквально чуть-чуть, парочки раппортов. Поэтому я добавляю. Вспоминаем, что у нас один раппорт это 5 петель. Поэтому добавляю еще 10 петель к моему узору. То есть получается не 60 петель, а 70 петель. И вот такое вот полотно я вывязываю. 70 петель на 320 рядов. Абсолютно аналогично шарфику. Вяжем вот такое вот полотно. Начинаем со вспомогательной нити. Вот точно так же мне нужны открытые петли по краям, потому что когда у меня петли открытые по краям, здесь уже случайно стянулась, когда у меня по краям открытые петли, получается более аккуратное сшивание. Если я закрою косичкой или каким-то другим способом, будет грубый рубчик, который я буду опять же соединять с шарфом, будет шов на шве, так делать не стоит. Пускай у нас будут открытые петельки вот у этого полотна, у нашего капюшона. Итак, вяжем абсолютно аналогично шарфику прямое полотно по меркам капюшона. Связали капюшон, вот он, ну, открытые петли с одной и с другой стороны. Моя задача будет сшить. Ну, стандартный капюшон мы сошьем, только немножко оформим макушку по-другому, со стяжкой. А сейчас я хочу пришить его к шарфику. Для этого надеваю мои открытые петли, у меня они как раз через одну и с одной и с другой стороны. Все аналогично шарфу вязали. Могу надевать лицом к себе, могу изнанкой к себе, неважно. Главное, чтобы я сложила петли рядышком в одну прямую, так, чтобы при сборке у меня получился шов вот здесь. То есть как бы складываю пополам и относительно этой половинки в обе стороны надеваю на машину петли открытые. Не снимаю их со вспомогательной нити, причем начинаю надевать с нулевой платины. У меня нулевая платина отметка в обе стороны. И делаю это для того, чтобы у меня симметрично получилось, чтобы у меня получилось в одну сторону и в другую одинаковое количество петель. Это важно. И начинаю надевать. Так, причем первая петля, самая первая, ну здесь вот она такая плохо выраженная, я ее... А, вот же она. Первая петля, сейчас я ее возьму на скрепку или на ниточку, обязательно надену, для того, чтобы ее не потерять. Вот у меня есть скрепка. Очень удобно. Первую петлю надеваю на скрепку и зажимаю. Все, у меня петля не потеряется. Я соединю эту первую петлю с первой петлей второй части. У меня ничего не пропадет, ни одна петелька. А дальше просто надеваю все открытые петли. Так, раз, два. На иглы. Катушечная нитка в этом очень хорошо помогает. Угу. Видите, что у нас очень тоненькие ниточки. За счет того, что они открытые петли, никаких утолщений тут нет. Иначе, если бы я закрыла вязание и открыла полноценно, у меня сильно могло утолщаться вязание. Платинки позволяют заправить вязание. И надеваю все открытые петли, чтобы они у меня никуда не потерялись. В одну сторону от нулевой платины и вторую часть вправо и влево относительно нулика. Еще раз повторю, только для того, чтобы у меня и справа, и слева одинаковое расстояние было. Потому что капюшон на голове должен быть симметричным. Если он будет кривой, это будет очень видно и очень некрасиво. Так, ну здесь такая получается достаточно свободная у меня. Так,
Главное, чтобы еще хватило моего шарфика на то, что, ну, я думаю, что хватит шарф растянуть в обе стороны на вот такое вот расстояние. Так, теперь первую петельку с другой стороны. Вот она. Я надеваю на эту же скрепку. Все, две петли у меня теперь не потеряются. И остальные петли начинаю надевать на машинку. И смотрю, здесь у меня 35, значит, здесь тоже должно, так, здесь 20, 30, 45. И здесь должно быть тоже 45 петель. Стараюсь выйти на 45 петель. Почему может быть разница? Потому что с одной стороны мы начинали, а с другой стороны мы заканчивали вязание. Количество петель может не совпадать. Это надо обязательно учитывать. Поэтому прежде чем я буду делать что-то серьезное, я никогда не снимаю вспомогательную ниточку. Может быть, мне придется сейчас снять все изделие и надевать его по новой, для того, чтобы уложиться в эти 45 петель. Поэтому ничего не снимаю, сниму вспомогательную нить, когда все закончу. Это можно сделать в любой момент. А вот если я сниму нитку и надену петли, то потом мне будет очень тяжело поправить что-то, если у меня какие-то сбои или что-то не получилось. Поэтому все вспомогательные нитки я снимаю уже потом, последнюю очередь. Ну, до конца надеваем 45 в одну сторону, 45 в другую. И сейчас будем надевать сверху шарфик и просто закрывать наше вязание. Отмечаю на шарфике вот это расстояние, ширину моей шеи. Вот отсюда до сюда у меня должен идти шарф. Чисто механически померила середина шарфика, середина. И отмечаю с одной стороны, с другой. И лицом к лицу надеваю эти вот петли на иголки. Сейчас навешу с одной стороны, чтобы не потерять меточку, и с другой стороны за целый петельный столбик. Теперь вот навесила там, навесила здесь. По правилу середины беру средний петельный столбик, по серединке надеваю, беру серединку. Здесь могу, кстати, очень интересно сделать. У меня, видите, неровный край, я могу надеть только за краешки, то есть соединить кое-где шарфик. Могу целиком соединить, я соединю целиком за полный петельный столбик, могу за протяжку. В данном случае я очень не люблю соединять за протяжки, но в данном случае это могло бы быть и оправдано, чтобы уменьшить толщину сшивания. И дальше каждый раз, выбирая середину, я надеваю все вязание на иголки. В данном случае мы не делаем никаких серьезных расчетов, мы все меряем на себя и смотрим по своим индивидуальным меркам. Есть, конечно, мерки общие, шарфики специальные. А в данном случае мы связали индивидуально на себя, по своим собственным меркам, даже не делая никаких серьезных расчетов. Просто примерили, что получилось, и исходя из этого связали. Очень удобный способ, очень. Надеваем до конца и, собственно, могу закрыть любым удобным для меня способом. Могу закрыть иголкой, будет потоньше, могу закрыть косичкой, могу пересадками. Вот как мне нравится, так и закрываю. Самое главное, что здесь, когда будете закрывать, не надо сильно затягивать. То есть край не должен быть сильно затянут, но и не должен быть растянут. Не надо ни растягивать, ни затягивать, все должно быть в меру. Каждый раз середину каждого провиса и совершенно спокойно и равномерно после этого могу надеть петельный столбик. Смотрите, чтобы был четко петельный столбик, иначе у вас все это будет гулять в разные стороны. Очень-очень некрасиво получается. Петельный столбик — это одна такая петелечка, ее очень хорошо видно. Старайтесь не делать так, чтобы где-то петельный столбик, где-то петелька, где-то три. Это очень некрасиво.
взялись за одну петельку, значит одну, взялись за протяжку за одну, значит одну протяжку надеваем. Где-то так, где-то сяк делать ни в коем случае нельзя. Очень некрасиво, портит наше изделие сразу. Так, ну это последнее. Последний рубеж, можно сказать. Надеваем последние петельки и начинаем закрывать. Если вы не умеете красиво закрывать, можно провязать один соединительный ряд, но в данном случае этого, наверное, делать все-таки не стоит. Будет очень загрублено, грубо. Аккуратно будем сейчас закрывать. У меня нитки тут. Ниточки тут нет, значит, берем рабочую ниточку. И очень аккуратно закрываем. Открытые петли. У меня есть возможность их поджать. У кого нет возможности, так, здесь, чтобы не растягивался шарф, я его положу на стол. Так вот, открытые петли. Беру ниточку, крючок, рабочий крючок, и начинаю закрывать петли. Закрываем все язычки. В данном случае, если косичкой делать, все язычки должны быть закрыты. Опускаем их, петли ниже, языки закрыты. Рабочую ниточку. Создаем петельку крючком. И начинаем закрывать. Обвили иглу крайнюю, сняли все на крючок, провязали чуть-чуть. Теперь освобождаем второй хвост и закрываем. Главное не перетягивать, но и не давать сильную слабину. Очень спокойно и очень равномерно закрываете. Но я думаю, что если вы связали такой шарф, то открытие и закрытие для вас тайны большой не представляет. И вы умеете закрывать петельки и открывать. Потому что это все-таки не начало вязания, это уже вязание изделия. И закрываем наше вязание. Сейчас будем мерить. Если все нормально, можно вспомогательную ниточку убрать. Нам останется только дооформить шарфик. Сшить задний шов, оформить нижние края нашего шарфика, тоже снятые на вспомогательную ниточку. Ну, сначала, конечно, закрыть и посмотреть, все ли мы правильно сделали. Меня все устроило. Получается у меня вот такой вот капюшон. Сейчас разложу шарф. На нем привязан капюшон. Моя задача сейчас сшить задний шов. Сшивать я буду половину, а половину соберу на стяжку аккуратненькую такую. И стяжку надо оформить или помпоном, или кисточкой, или чем-то таким. Можно не делать стяжку, можно зашить целиком, получится уголок. Получится и уголок оттянуть той же кисточкой, тоже вариант. То есть можно все стянуть на стяжку. То есть получится вот такой вот объемный капюшон, небольшой. Можно половину сшить, половину стянуть. Посмотрите, что вам больше понравится. Какой вариант вам больше подойдет. Вот такая вот стяжка, немножко назад уходящая. Из нее кисточки или какие-то другие отделки, и часть сшита, либо целиком сшита вот таким острым уголочком, либо все стянуто. Тут уже на ваше усмотрение, смотри, какого размера получился у вас капюшон и что именно вы от него хотите. Сейчас лицом внутрь вывернули. Здесь у меня скрепка, так могу снять вспомогательные нитки, они мне больше не нужны. Они свою задачу выполнили. Где у меня тут крючок?
Меня все устроило. Значит, вспомогательные ниточки я могу просто убрать. И вытаскиваю катушку. Остальное все отваливается само. Все очень просто. Катушечная нить должна быть крепкой, обязательно. Это условие непременно. Если катушечная нитка у вас слабая, она порвется в процессе вязания. Катушечная нитка, чистый лавсан, попробуйте вот так вот. Прежде чем будете использовать, на руку намотайте катушечную нить, видите, попробуйте порвать. Если не рвется, то вязать ей можно. Этот соединительный ряд. Если только катушечная нитка рвется легко, ни в коем случае не вяжите, потому что она машина грубая, железная, она порвет вам эту нитку, и у вас все вязание слетит, все петли. Поэтому вспомогательная вот эта катушечная нитка должна быть не только контрастная, чтобы хорошо петли выделялись, но и очень-очень крепкая. Это обязательно. Так, ну вот сняли. Такой шовчик внутри получается очень аккуратный. Нисколько не портит ничего. Такая дополнительная хорошенькая косичка. Изнутри тоже все достаточно аккуратно получается. Две петли, которые у нас на... Так, крепко слетело, само собой. Ловим две петли. Здесь у меня нитка. Хвост остался. Я им и буду сшивать. Длинный достаточно хвост специально оставила. Ловим эти две петельки, которые должны были сидеть на скрепке. Раз петля и два петля. Так, ну можно стянуть, и поскольку здесь нитки с двух сторон остались, завязать узелок. Это ниточки, одна начало капюшона, вторая окончание. Я оставила подлиннее для того, чтобы ею и связывать. Очень удобно, чтобы не плодить хвостики. Так, я их соединяю, и ниткой, которая подлиннее, я сейчас буду сшивать. Смотрю, что все нормально стянулось. Оставляю это все на крючке. И теперь складываю пополам, скалываю булавками. Это обязательно. Скалывание булавками. Еще и можно соединить рисунок, потому что, видите, у меня рисунок неровный, он такими волнами идет. Я могу эти волны соединить одна с другой. Получится очень даже хорошо поперек рисунка, поперек вязания, каждую волну соединяю. Можно наоборот сделать так, чтобы волна шла одна между другой. Посмотрите, что вам больше нравится. При каком варианте будет интереснее смотреться, когда волны одна с одной, либо когда волны поперек идут. Волна-выемка, волна-выемка. Наверное, лучше и правда волны не соединять, опустить их так, чтобы волна, с одной стороны была волна, а с другой стороны был бугорок. Вот тогда будет правильное соединение рисунка. Соединять мы будем все равно, натягивая полотно, поэтому сейчас скалываю вот так вот. Моя задача просто соединить рисунок. Это можно делать, это можно не делать, потому что вот эта часть, она все равно будет находиться внизу, она будет закрыта. Ее будет не видно при любом раскладе, когда капюшон у нас одет, надет на голову. Это все находится внизу. Так, ну вот еще чуть-чуть, а остальное я буду стягивать уже мешком. Таким. Ну вот так. Вот это вот будет на стяжке. Как сшивать? Да точно так же, как мы сшивали косичкой. Шов любой. Главное аккуратно и крепко.
эта нитка не отсюда, вот эта нитка отсюда. Натягиваю вязание. Беру ниточку, которую буду сшивать, и делаю первую петлю. Один петельный столбик с одной стороны, один петельный столбик с другой стороны и пришиваю. Петельный столбик здесь, петельный столбик здесь и сшиваю. Как угодно. Можно так, можно иголкой. Вот тем способом, который вам больше нравится, вы сшиваете это изделие. Здесь никаких канонов нет, здесь все на ваше усмотрение. Самое главное, вот эта интересная сборка и оформление шарфика, потому что так, ну, по-моему, никто не делает. Во всяком случае, я таких шарфиков с капюшонами еще не видела. Итак, сшиваем до меточки и здесь сейчас сделаем очень аккуратную стяжку уже иголкой, уже не крючком, а иголкой. Сшиваем до последней булавки и делаем стяжку. Сделали шов. Осталось стяжку, у меня ниточка, я ею и стяну, потому что нитка достаточно крепкая. Беру иглу с широким ушком, вдеваю в нее катушечную ниточку. Получаю петельку из ушка. В эту петельку вставляю махер и вытягиваю. У меня где-то ниточка. Легко и просто, очень удобно. Этой ниткой я зашила, ее же и оставила. Теперь просто за протяжечку вот так вот делаю такие небольшие, за одну протяжку вот прошиваю небольшие стежочки и сделаю стяжку за протяжечку. Не за петельный, можно за петельный столбик. Я делаю за протяжку, чтобы поменьше сборка была. Конечно, тут получается не очень тонко, но это можно закрыть помпоном, если там получится отверстие. Можно связать бахрому, можно связать все что угодно. Это отверстие закрыть, если оно получается большим. Если оно получается маленьким и аккуратным, то можно даже ничего уже и не делать. Осталось немножко. Очень удобный шарфик получается. Померила, мне прямо нравится. Необычно. Так, осталось чуть-чуть. Стягиваем, закрепляем ниточку. Точно так же делаются стяжки по низу, по нижним краям, то, что мы оставляли. И оформляем кистями. Кистями, помпонами. Ну, если на макушке помпон, то и по краям шарфика помпона. Если здесь кисточки, то и там то же самое. Отделка все-таки должна быть одна, одинаковая. Если мы делаем разные отделки, то это, наверное, как-то не очень хорошо смотрится. Ну, последний стежок. И выхожу на другую сторону, чтобы можно было затянуть. Аккуратненько затягиваю. Делаю это по изнаночной стороне. Ну вот у меня получилось отверстие, потому что все-таки достаточно большая стяжка. Это отверстие, ну, меньше оно уже не станет, потому что стяжка достаточно большая. Поэтому я его могу сейчас просто зашить. А потом на это место приделаю помпон. Аккуратно зашиваю этой же ниткой, чтобы ничего не расходилось. Так, изнутри должно быть очень все хорошо
выглядит. Поэтому зашивать буду с лицевой стороны. Это будет правильнее. С лица все должно быть вообще очень-очень хорошо смотреться. Пускай у нас лучше вот сзади видны протяжки. Здесь их быть не должно. Делаю стяжку так, чтобы не было никакого отверстия. Но все равно макушку лучше украсить. Это такая нарядная вещь получается. Не стандартная, а нарядная. Поэтому украшать придется. Все равно. Вот видите, достаточно аккуратно стягивается. И практически ничего не видно. Самое главное, чтобы нить была не такая крепкая, не развалилась. Если нить у нас не держит, то зашивать надо другой ниткой, не той, которую мы вязали. Ну вот, очень аккуратная стяжка. Ничего не видно. Назад. Из лица и с изнанки все очень хорошо получилось. Аккуратненько на месте шва закрепляю. Потом уберу все эти ниточки. Нитки это последнее, что мы делаем. Убираем, когда мы видим, что нас изделие абсолютно устраивает. И распускать я его не буду. Вот тогда я могу спрятать все нитки насовсем. Потому что если вдруг у меня тут хоть какая-то возможность того, что мне придется это все распускать, а я потом нитки не найду. Это нехорошо. Итак, вот у меня сзади получается вот такая вот, вот шов. Достаточно ровненький. И стяжка. Итого, капюшон со сборочкой по краю. Достаточно массивный сверху. Сборка по шее и сборка по затылку. И на затылок немножко будет спущен вниз. Это очень интересно выглядит. Итак, я могу померить, что у меня получилось. Если все у меня устраивает, убираю, делаю стяжку на кончик шарфика. И смотрю, что я сейчас буду делать. Я буду делать либо цветочки, либо помпоны, либо кисточки, либо еще какую-то интересную отделку. И навешиваю на края шарфа и на макушку. Ну, оформление помпонами это один вариант. Второй вариант, еще более интересный, это шарф, сшитый в круг. То есть вот эти петли, которые у меня получились открытые, я их просто сшиваю между собой трикотажным горизонтальным швом. Я их сшиваю, и у меня получается круговой шарф. Можно было на самом деле их сшить и на это место пришить капюшон. То есть тоже вариант. И вот этот шов остался бы сзади, он был бы вообще не виден. Так он будет виден, поэтому его можно будет оформить перетяжкой, можно будет оформить бантом, как угодно. То есть вот эти вещи оформляются абсолютно в любом варианте. Но еще раз скажу, что можно было его сшить заранее и на это место привязать капюшон. Шов оказался бы четко на затылке, сзади был бы закрыт у нас шарфиком. Можно зашить по отдельности каждую часть, и шарф будет болтаться у вас, развиваться сзади разными частями. Если он будет связан, то он уже никогда у вас не разойдется и никуда не денется. Вариантов уже масса. Можно будет просто завязать его узлом между собой, как угодно. Это уже фантазия по тому, как вы будете его носить. Но очень хороший вариант сшить. Можно даже сшить и сделать вот такую стяжку. Тоже интересно, тоже необычно. Сшить и стянуть. И здесь пустить тоже какую-то отделочку. Очень-очень-очень много разных-разных вариантов. Поэтому сейчас, если меня все устраивает, убираю все нитки. То есть я их завязываю. Делаю узелки и убираю в швы. Вот у меня нитка торчит. Она узлом уже завязана. Прячу ее в шов. Несколько раз пропускаю крючок в шов. Вытягиваю через петли лишнюю ниточку и отрезаю. Она спрятана. Нитка торчать уже не будет. Сама она уже не вылезет никогда. Сила трения ей это не позволит. Она остается внутри. Точно так же я прячу остальные ниточки. Вот здесь у меня ниточка. Проверяю, что она завязана. И точно так же убираю ее в задний шов. Как можно чаще прохожу крючком.
сверху, вот у меня шов. Главное, чтобы я не попала внутрь, на лицевую сторону. Подтянули. Могу отрезать. Нитки не видно. Вот так я прячу все узелки и все ниточки. Здесь у меня маленькая ниточка, она, в общем-то, ну, тоже ее надо спрятать. У меня здесь хороший шов. Прятать есть куда. Прячу ниточку. Все. Ну и... Так, а здесь больше... А, еще с другого края. Нитка не завязана с этой стороны. Поэтому делаю узелок. Узелок все равно, как если бы я вязала крючком воздушные петли. Проделала крючок в петлю. Сделала воздушную петлю и вытянула в нее нитку. Все, затянуто капитально. Теперь просто в шов петельки прячу нитку. Тянули, отрезали. Здесь ниток больше нет. Остались только хвостики, которые я могу либо сшить между собой. Могу просто делать простейшую стяжку. Беру нитку и продеваю иголкой в одну петлю, вторую, одну, вторую, одну, вторую. Вот так вот по очереди и стянуть. У меня будет очень интересная стяжка шарфика. И оформить бантиком тем же самым. Просто немножко такой нестандартный вариант, мне кажется, очень будет интересный. Все, на этом наш шарфик будет готов. Любые петли, любые ажуры, все что угодно здесь допускается. Любая отделка здесь будет очень красиво и уместно. Если вы где-то использовали цвет, то само собой будет интересно отделку сделать другим цветом. Либо если у вас пальто или куртка какого-то цвета контрастного, включите, можно сделать отделочные какие-то моменты цветом вашей куртки либо пальто. Это будет полноценный комплект, тоже очень интересный вариант. В качестве отделки использую самый простой вязаный шнур из трех петель на рабочей плотности. Провязывается достаточно длинное полотно на трех петелечках, на трех иголках, а потом просто тянется. И получается вот такой совершенно круглый, стабильный достаточно шнур, который можно, его можно сложить в виде бантика, цветочка, как угодно. Главное, связать достаточно длинную такую веревку и оформить по своему усмотрению. Ну вот что у нас получилось. Цветочек. Просто шнур, который я показала вам, как вяжется, сложила петельками и пришила в виде цветочка на макушку. Шов сзади. Ну, поскольку макушка все время у нас в таком вот приопущенном виде, шва не видно вообще, потому что мы вот так вот надеваем шарф и подвязываем его. Макушка у нас опускается, шва просто не видно вообще. Стяжка тоже закрыта цветочком. Можно делать, можно не делать. Можно делать помпон, можно кисточки, можно вообще никак все не оформлять. Шов. Видите, шов? Он даже чуть-чуть подтянул нам место пришивания. Это лицевая сторона, с изнанки шов. Тоже ничего не портит. Достаточно аккуратный шов по макушке, по спинке, по капюшону. И практически невидный шов по краю шарфика. Отделки край не требует никакой, ни косичек вывязывать, ни планок, ничего не нужно. Очень интересный рисунок вот такими петельками идет. Вы их даже не разгладите при всем своем желании. Будете стирать шарф, я его стирала два раза, для того, чтобы положить сначала шарфик, потом капюшон. Все очень хорошо ложится, не требует никакой обработки. Край я просто сшила между собой два кончики шарфика и перевязала их таким же шнуром. Так можно делать, можно не делать, это уже на ваше усмотрение. И в нескольких местах я просто прихватила шарф ниточками, вот так вот, чтобы он не расходился, потому что это все-таки лицевая сторона, иначе он заворачивается изнанкой наружу. Но если вам это не мешает, то вот такие вот вещи делать не обязательно. Собственно, шарф готов. И еще такой совет. Когда будете вязать, если, учитывая, сколько пряжи у меня осталось в итоге, на верхушку, на сам капюшон едва-едва хватило. Поэтому такой совет: сначала вяжите капюшон, делайте отделку,
А уже из того, что останется, пускайте на шарф. На шарф хватит всяко, а вот с капюшоном могут быть в этом плане проблемы. Чтобы не пришлось либо распускать, либо докупать, вяжите сначала капюшон, потом из того, что осталось, уже до конца шарф, чтобы у нас и нитки не копились остатками, и точно хватило на изделие.